Всем привет! Сегодня 10 сентября. Приехали посмотреть. Тут должны нам колодец начать копать. Но так как идут дожди, пока все стоит. Вот так вот всходит горчица. Картошку не будем, конечно же, копать сегодня оставшуюся. Пока она еще зеленая. Дожди идут и идут. Сейчас вот только что прошел дождик. И тут вот тыкву я немного собрала. И там еще осталось, конечно. Вот. Такая вот тыква уродилась. Пока не знаю еще, что буду из нее делать. Тыквы много, там еще осталось. Собрала семян немного, цветов, крест-салат, да, укропчик. Насобирала семян. Что тут будет интересно вот с этой вот кукурузой? Вырастет она все-таки или нет? Уже и холодно. И дожди. Вот так вот сегодня выглядит наш участочек. Ну все, всем пока.